Надо же, такие окна узкие, да? Ну, это, наверное, больница скорее, да? А свет как попадал? А не знаю. Сверху, может. Купол-то явно другой был, вот этот он. Сюда вообще никак не вяжется. Не знаю, мне нравится, что такое купол. Луковица вот эта? Да. А мне кажется, он не пришей к кобыле седлу. Слушай, ну, видишь, у кого как восприятие. Ну, сам храм, посмотрите, какая кладка качественная. Да. Какой камень белый. Это Москва была построена с такого. Москва белокаменная, да. И как сгорело все, да? Видишь, тут была какая-то крыша еще. Ну-ка, сейчас засуну. А вход-то с этой стороны или с той? С этой, по-моему. Это ракушечник. Ракушечник, думаешь? Крыша, видите его? Возможно. И вверху тоже. Аркоподобный. Ну, вообще, вот в таких храмах ничего тут не должно быть. Тут очень строгая архитектура. Ну, вот это-то уже новая кладка-то вот этот. Ну, вот я говорю, тут уже подделаны, переделаны. А крест, смотрите, какой. Вообще не христианский. Почему христианский? Ты что? Ну, полумесяц. Он везде. Перекладины вон нет. Вон он везде. Это не, вот как бы... это не христианский полумесяц. Нет. Совершенно точно. Нет, нет. Помнишь, ты спросила, говоришь, череп-то почему здесь? Но. Вот это и есть как бы образ черепа. Вот этот месяц, они так трактуют. Так говорят. Ну, они прихватизировали этот крест у наших предков. Христиане. Ну, они все прихватизировали, не только посмотри, этот крест. Смотри, на четыре стороны выходит. Да, все, да. Все правильно. А тут ведь козырек был не просто так. А тут нету козырька, смотрите. Да. И здесь, возможно, какие-то были пристройки. Правильно? А двери одинаковые с четырех сторон, получается, да? Окна заложены. Ну, вот одно тут... окно заложено, одно. Тут одно что-то заложили, да. Зачем-то? Уже современная кладка-то заложена-то. Да, а видно, что отличается. А еще с той стороны смотри, что? Вот эти какие высоки, а это вообще, да? А тут уже вот этих заклепок нету. Заклепок нету, да? Неа. А мне кажется, дверь вот эта вот очень старая. И тут, смотрите, какой-то полукруг был. А вот и камни такие старые. Что-то да? Лежало, да. Фундамент старый. Оригинальный. Вот, видишь, какие старинные. Они же неровные все, вот такие. А тут нет двери. Дверь с трех сторон. Нету? А тут алтарь. Или что-то было к этому? Ну, круглая часть, она и алтарная считается. Да? Смотри, какой рисунок, да? Интересный. Это называется аркатурный пояс. Да, согласна. Там арочки. А наверху... под куполом сухарики. Разный рисунок-то вот сухарики. Там и вот этот, они разные, да? Угу, и да. И не сохранился верхний. А там видели на алтаре какой рисунок солярный? Нет. На белый мрамор или что там внутри? Я не видела. Нет, не видела какой. Там солнышки и чуть ли не масти наши. Что, серьезно? Да. Вот поснимать бы там, да? Не пусти. Так он вообще не пустил, не то что поснимать. А тут какая-то дырка внизу. Ну тут и вот тут какая-то дыра. Дима что-то там снимает.
Ну вот этот самый крутой храм. Конечно. Спору нет. Весь Переславль-Залесский. Спору нет. И, не и только... они его закрыли, и народ не пускают. Ну, только мы им. Нам повезло, что мы это... Видишь, у меня такое впечатление, что его очищали от чего-то. Ну, от потопа и очищали. А? От потопа. Здесь не так явно этот потоп вот этот, так его наследил. А тут тоже, смотрите, что-то было. Какие-то приспособления в виде угла. Так это и есть крыша. Какая-то крыша была, да. А почему убрали? Что им не понравилось? Что они на них вписываются? Цветочки, вот как украшены, где цветочки не вписываются, вот стенку. Он такой без излишеств, такой сумм. Да, да, согласна. Башню сходим, спим. В которую? Что-то могу попасть. Пойдемте в ту, да? Субтитры сделал DimaTorzok.